Президент Беларуси Александр Лукашенко провел большой республиканский селектор по вопросам уборочной кампании. О ходе работ главе государства доложили председатели областных комитетов и глава Министерства сельского хозяйства. Встреча прошла в онлайн-формате. На связи были все 118 районов. Александр Лукашенко отметил, что белорусы должны быть обеспечены всем продовольствием, а главными требованиями назвал качество и темпы. По заверению специалистов, прогнозируется, что воловой сбор зерна, включая рапс, кукурузу, сурепицу, в этом году составит порядка 10 миллионов тонн. Кроме того, глава государства поставил задачу перед Комитетом государственного контроля выборочно проверить по стране готовность уборочной техники. На селекторе отметили, что практически в каждом втором из хозяйств, в которых были произведены проверки, установили факты нарушения технологических регламентов заготовки кормов. В 277 сельскохозяйственных организациях по всем государственным регионам темпы уборочной кампании трав сдерживаются, поскольку есть множество неисправностей техники. Факты низкой готовности установили в 130 хозяйствах. По данным МВД, при проведении посевной и уборочной кампании сотрудники ведомства составили около 700 протоколов, в том числе более 100 за допуск к управлению транспортом в нетрезвом состоянии.